Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, канал Mobile Review. Поговорим сегодня про новинку от компании Infinix. Это линейка Note. Линейка Note это этакие флагманы. Флагманы среднего сегмента, и они достаточно популярны на рынке. Infinix сегодня занимает 12% российского рынка. Если вообще сложить, это холдинг Trenchant, если сложить Infinix плюс Tecno, Tecno занимает порядка 18%, совокупно треть рынка приходится на модели, которые построены на, ну, не по одинаковым лекалам, они отличаются. То есть Tecno и Infinix все равно конкурируют, так же как Oppo и Vivo, так же как и Realme с Oppo и Vivo соответственно. То есть это разные бренды, но у них есть в ДНК одинаковые подходы, в частности софт, в частности ядро развивается одинаково. То есть здесь, конечно, распыления усилий нет. Но бренды разводятся на рынке. Разводятся с точки зрения функций, с точки зрения того, что вы получаете. И линейка Note, на мой взгляд, достаточно интересна одним сегодня. Ну, не одним, но вот одной уникальной фишкой, которая, безусловно, нас подкупает. Впервые, ну, точнее, второй год подряд Note 30 Pro был первым аппаратом, в котором появилась беспроводная зарядка. Note 40 Pro – это аппарат, который в среднем сегменте предлагает нам беспроводную зарядку. Аксессуары по аналогии абсолютно, вы даже видите, как они оформлены, с MagSafe. Здесь это называется MagCharge. И есть спинка, на которую можно пришпилить, собственно говоря, вот такую беспроводную батарейку и получить зарядку. Есть, естественно, реверсивная зарядка. Зарядка неплохая. С точки зрения характеристик, до 20 Вт вы можете получить по беспроводу. И реверсивная зарядка, так же, как у всех, 4,5 Вт. Батарейка всего лишь 5000 мАч. Всего лишь, потому что аппарат тонкий. Но, тем не менее, это действительно уникальная фишка Note 40 Pro. То, что беспроводная зарядка и эти возможности приходят в массовый сегмент. Вообще, вы знаете, я очень часто, когда смотришь презентации, этот аппарат и линейку вообще Note 40, потому что вот у меня есть обычный Note 40, он выглядит совершенно иначе. Если мы попытаемся прицепить сюда зарядочку, у нас ничего не выйдет. То есть MagCharge, ну, у Apple это MagSafe, здесь это называется MagCharge. По аналогии выглядит, ну и я не считаю, что это плохо, когда скопировали большую компанию. Ну, то есть у Apple это стоит много денег, здесь это стоит принципиально других денег. Мы получаем в массовом сегменте возможность заряжать, ну, то есть если у вас в машине коврик, который поддерживает беспроводную зарядку, положили телефон, он заряжается, все хорошо, никаких проблем нету. И на сегодняшний день это не безальтернативное решение, потому что каннибализм внутри линейки Infinix, он огромен. И в этой линейке сегодня существует... То есть Infinix даже не с Tecno борется. Infinix борется сам с собой. Знаете, самый страшный враг – это вы сами. Потому что вы знаете себя лучше, чем кто-либо. Вы боретесь сами с собой и зачастую проигрываете эту битву. И вот тут я выскажу такое непопулярное, наверное, мнение. Note 40 Pro обречен в самом начале своего пути на то, что он будет бороться с Note 30 Pro. Он обречен на то, что он будет бороться с такими аппаратами, как, например, Infinix Zero 30. 4G или 5G, не суть важно. Вот с такой кожаной спинкой. Тут я сейчас покажу, они бывают разные. Тут может быть пластик, может быть тоже кожаная спинка, кстати говоря, такого же примерно цвета. И почему я говорю, что вот этот каннибализм внутри линейки? В прошлом году Note 30 Pro был завезен в огромных количествах. Классная модель с отличным соотношением цена-качество. Без всяких дураков. И, ну, ее было слишком много. Рынок и потребитель, покупатель не был готов к бренду Infinix настолько, чтобы покупать его в таких количествах. Называйся эта модель Samsung, продажи были бы гигантскими. Называйся эта модель Xiaomi или Xiaomi, как угодно, продажи были бы на порядке больше. Называйся даже Realme, да, в какой-то мере продажи были бы больше. Infinix с точки зрения бренда только-только растет, наращивает свое присутствие на рынке. И поэтому вот этот промах с количеством поставленных аппаратов, он вынудил компанию поэтапно снижать цены.
То есть, если прошлым летом, например, Note 30 Pro стоил порядка 22 тысяч рублей на полках магазинов, это очень конкурентная цена. Это действительно, пожалуй, у нас в материале это был назван аппарат лучшим предложением лета. Так вот, я хочу сказать, что сегодня в сегменте до 20 тысяч рублей у нас есть безальтернативное лучшее предложение. Это Note 30 Pro от Infinix. Беспроводная зарядка, большая батарейка, быстрый достаточно процессор, отличный OLED-овский экран. Ну, то есть, вот, ну и камера 108 мегапикселей, как водится с модулем от Samsung. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что когда этот аппарат сегодня стоит 17-18 тысяч рублей на рынке, неважно, по какой цене выходит Note 40 Pro. 29 тысяч, как рекомендованная цена, видимо, она будет такой. 25 тысяч со скидками, не суть важно. Это все равно на 8-10 тысяч дороже, чем Note 30 Pro, который интереснее. Это на 10 тысяч дороже Zero 30, вот у меня в руках Zero 35G, ну не суть важно, 4G или 5G, как-то так. И здесь, конечно, нам придется придумывать, почему именно вы хотите вот этот аппарат свежий, а не что-то предыдущего поколения, при этом вы не теряете ровным счетом ничего. Ну вот, такая вводная была важна для позиционирования этого устройства, чтобы вы понимали, что каннибализм внутри линейки Infinix, он процветает. И для тех, кто ищет соотношение цена-качество, конечно, выгодно покупать Zero 30, 5G или 4G, не суть важно, это две модели, Note 30 Pro, неважно. И вот этот аппарат, он очень интересен. Но я думаю, что вот агрессивное снижение цен на него может привести к тому, что он станет еще интереснее. Даже если вначале он будет продаваться за 25 тысяч рублей, например, да, промо-цена, ну, скорее всего, она может быть такой, то 25 тысяч рублей – это все равно больше, чем предыдущие аппараты. Но посмотрим, что он предлагает, насколько он интересен, насколько он в рынке. И для этого я даже взял... За 25 тысяч рублей у нас есть аппарат POVO 6 Pro от компании Tecno. Ну, то есть они соседи по рынку. Посмотрим на разные подходы, потому что модели явно разведены в линейках. То есть у них разный внешний вид. Прямоугольная, здесь закругленные края экрана, ну и так далее. Батарейка побольше, больше светодиодных эффектов. Здесь эффекты на вспышке кольцевой. Давайте посмотрим вблизи, что нам предлагает эта модель, конкретно Note 40 Pro от компании Infinix. Поставляется аппарат вот в такой простенькой коробке. На ней основные характеристики. Мне не нравится, я много раз говорил об этом, что пишут оперативную память как 24 гигабайта, хотя тут 12. Вообще версии 8 и 12, и 256 встроенный. Понятно, что это RAM Booster. То есть это файл подкачки в SSD. Сама память LPDDR4 и UFS 2.2. То есть это не самая быстрая память, но ее больше чем хватает. 70 ватт зарядка. Зарядка такая же, как в последнем поколении. Я уже достал отсюда чехол. Здесь, соответственно, у нас есть инструкция, защитное стекло. Это именно стекло. И вот такие вот наклеечки All Round Fast Charge, Splash Proof, X1 Cheetah. Это чипсет, который отвечает за зарядку. Не чипсет, чип отдельный. Итак, у нас есть кабель USB Type-A Type-C. Зарядка Infinix 70 Watt. Она позволяет зарядить аппарат. 5000 батарейка, напомню. За 15 минут вы получаете 53% заряда. За 40 минут на 100% заряжаете ваш аппарат, что достаточно неплохо. В комплекте вот такая вот накладочка идет. Сейчас я ее... Все время у меня борьба с накладками. У меня аппарат из пластика. Желтый пластик, причем вот он играет, как будто тут эффект мятой бумаги есть. Он очень классный. Надеюсь, что вам это видно. И вот этот эффект мятой бумаги, он, конечно, крайне-крайне приятен, потому что это не стекло. Я видел в паре мест, где говорил, что это стекло, очень приятное, знаете, такая немножко мыльная поверхность. Чем-то напоминает P60 Pro от компании Huawei, потому что у P60 Pro действительно
там перламутр такой белый. Здесь вот желтенького цвета, хорошо играет, ну вот прям на свету аппарат меняет цвет. Когда он под углом лежит, кажется, что он просто желтенький. Когда смотрит на вас, виден этот эффект мятой бумаги. Беспроводная зарядка работает, естественно, без чехла. MagCharge, напомню, называется, но ну вот так нет. При этом, естественно, зарядка здесь будет работать, если мы включим. Но вот он заряжается, вы видите, беспроводная зарядка. Но, естественно, магнит расположен здесь. То есть аксессуарика, то, что в комплекте входит сразу такой чехол, это очень приятно. Но если вы, например, в машине ездите, у вас поверхность для зарядки, вам не обязательно чехол использовать. Вы просто используете ваш телефон, кладете и заряжаете. До 20 Вт, напомню, беспроводная зарядка, зарядка достаточно долгая. То есть мы говорим о том, что 5000-ая батарейка заряжается около 2,5 часов. Поэтому это подзарядить и прочее. Но самое главное, что я могу разместить на этой панели, например, свои наушники и включить реверсивную зарядку до 4,5 Вт, и вы получите, в общем-то, быстро подзаряд для ваших наушников. Это приятно. Во втором цвете, как я уже говорил, зеленая эко-кожа. Он весит чуть больше. Вообще вес аппарата до 200 грамм. Кожа вот ровно такая же, как на Zero 30. Немножко отличается оттенок цвета, но в целом это примерно то же самое. И если мы говорим про вот оформление задней спинки, оно интересное за счет того, что три объектива, из них только один, вот этот, 108 мегапикселей. Это Samsung HM6, я покажу фотографии вам. И два модуля, один глубина резкости 2-мегапиксельный, второй для макросъемки, естественно, без автофокуса. Если говорить вот про эту светодиодную кольцевую вспышку, она, ну вот кажется, что это кнопка, да, вот было бы логично нажать на нее. Нет, это не кнопка. Просто оформление для симметрии с камерами. И вот эта кольцевая вспышка, она при разных событиях может переливаться разными цветами. Сейчас мы это посмотрим. Мне передаются файлы, но давайте попробуем посмотреть, что у нас происходит с активным освещением по кругу. Мы можем настроить цветовые эффекты. Это может быть ритмичные переливы, причем но вы видите, что это разные цвета. Давайте посмотрим предварительный просмотр. Вот вы видите, что эта кнопочка, она внутри имеет подсветку. То есть вот эти переливы прям по кругу идут. Это хорошо заметно. Если мы возьмем, ну, например, ритм и выберем другой цвет. Предварительный просмотр. Вот, собственно говоря, красного цвета. Если посмотреть на... Ну, синенький мне нравится, кстати говоря. Вот, давайте синенький посмотрим. Вот синенький внутри этой псевдокнопки тоже переливается очень-очень неплохо. Что у нас еще есть? Сценарий – это входящие вызовы, уведомления, зарядка, игры, музыка и так далее. То есть мы можем настроить под эти события или наоборот отключить вот это активное освещение по кругу. Если мы говорим про вспышку, вспышка, она работает. При этом у нас есть еще так же, как на последних Техно, вспышка, которая характерна для портретного режима. Давайте включим ее. Вот эту подсветку, она находится здесь слева. Светодиод достаточно яркий. И мы можем его отключить. То есть фронтальная камера имеет подсветку, фронтальная камера не имеет автофокуса, это фиксированный фокус, но она снимает достаточно неплохо. Когда я начал говорить про то, что аппарат имеет 108-мегапиксельную, давайте я яркость чуть подкручу, камеру, вот в Малайзии я сделал энное количество снимков, значит сразу нужно понимать, что... Почему у меня поворот все время блокируется? Нужно понимать, что трехкратный зум – это не оптический зум, а вырез из фотографии, который получается на 108-мегапиксельный модуль.
При этом качество картинки достаточно неплохое. То есть вы видите яркую картинку. Если смотреть на картинки, это вот полный кадр. Это трехкратный зум. Полный кадр, трехкратный зум. Для своей ценовой группы этот аппарат снимает неплохо. То есть не надо ждать от него каких-то чудес. Чудес не будет, но некоторые фотографии получаются очень-очень даже неплохими. Контрастными, яркими, интересными. И здесь можно говорить о том, что... Ну, вот это фотография, плакат в японской едальне. Это птички, попугайчики. Не улетает. Это вблизи этот попугай. Тут автофокус не сработал. Ну, а вот тут, например, тоже промахнулся чуток. А вот тут, наверное, не промахнулся на глазе. Пеликаны. Ночная съемка, к слову сказать, не, вот нельзя сказать, что там ужасный ужас и так далее. Это не так. Но это аппарат, который снимает, скажем, типично для своего сегмента. Немножко шумные фотографии вечерами. При ярком освещении не всегда вся сцена прорабатывается. Вы видите это. Но в целом, это задворки Куала-Лумпура, где, кстати говоря, Note 40 Pro и запускался, собственно говоря. Но в целом фотографии дают нам понимание того, что в этом ценовом сегменте 108 мегапикселей это типичное сегодня предложение от разных компаний. И в прошлом году мы видели то же самое в линейке от Infinix. Если мы говорим о производительности, здесь 4G чипсет MediaTek Helio G99, и он имеет несколько достоинств. Достоинство номер раз – это производительность его под нагрузкой. То есть вот смотрите, под нагрузкой он проседает не очень сильно, тротлинга практически нету. Если говорить о производительности в целом, ну вот в Antutu 10 версии мы получаем такое количество виртуальных баллов. При этом нагрузка 1,7 градуса всего лишь меняется, теплоотведение здесь реализовано неплохо. К слову сказать, я не сказал, что при минус 20 градусах, ну испытывал я при минус 18, батарейка работает точно так же, как при комнатной температуре в 23 градуса. То есть это действительно большой-большой плюс. Производительность на хорошем уровне. Я не могу сказать, что аппарат тормозит. Это не так. Если говорить про настройки, это Android 14, XOS 14, это оболочка от Infinix. Она достаточно приятная, настраиваемая. Тут есть ИК-порт на верхнем торце для того, чтобы управлять бытовой техникой. И хочу еще показать одну вещь, а именно качество звучания, когда мы говорим про стереодинамики. То есть аппарат действительно громкий, виброзвонок при этом средний, но мне нравится, как он работает. По поводу экрана. OLED-экран. Здесь есть яркость, адаптивная регулировка яркости, пиковая 1300 нит. В среднем при автоматической регулировке выдает 800 нит, что неплохо. Режим защиты зрения – это фильтр синего. Режим высокой яркости для солнца. Цветовую гамму вы можете подобрать. Частота обновления экрана до 120 Гц, либо автоматическая. Рекомендую ставить автоматическую. Ультра Тач. Понятно, что вы можете поставить больше герцовку для экрана. И вообще тут есть также, естественно, Always On Display, который работает. Есть генератор обоев AI, который, по идее, должен подбирать обои и позволить настроить под ваши образцы. К сожалению, в России, так как это работает на чат GPT, он фактически не работает.
и вот сервер обновляется и будет восстановлен как можно скорее, но может быть позже к выходу уже в розницу что-то восстановит, но сейчас это не работает. Вы можете настроить до 3 элементов, которые будут отображаться у вас на экране Always On Display. Ну и также вы можете выбрать просто разные заставки, которые вот такую заставочку можно выбрать, что-то подобное. Always On Display здесь работает неплохо. То есть вот вы видите картинку, она выглядит вот так. Датчик отпечатка работает хорошо. Сделали аналог Dynamic Island, вы видите здесь распознавание лица. Сейчас мордочка появилась так же, как на последних Tecno. Ну, в общем-то, аппарат очень приятный. Он хорошо лежит в руках. USB Type-C, 2 нано-сим-карточки. Защиты от воды как таковой нет. IP54 таковой считать нельзя. Ну, то есть это защита от брызг скорее. Приятный аппарат. И вот тут мы приходим к самому главному, что это очень приятный аппарат с беспроводной зарядкой. Note 30 Pro ровно такой же, плюс-минус по экрану, по возможностям. Но стоит он 17-18 тысяч. Даже если этот аппарат будет стоить 25 тысяч рублей с промо всевозможными. Это дорого. Дорого, потому что есть младший Infinix. Дорого, потому что есть Infinix Zero, который, в общем-то, очень-очень интересен. Причем вне зависимости от 4G или... Включил фонарик случайно. Давайте его выключим. И последнее, что хотел показать, это POVA 6 Pro. Он стоит 25 тысяч рублей. Ну, то есть две Pro модели. Показать с точки зрения того, что они очень разные по дизайну. Прямоугольный дизайн. Тоже пластик. Тут тоже есть светодиодные эффекты. Они вот по вот этому излому идут. Тут же эта кнопочка такая, но псевдокнопка. Батарейка больше. Но вопрос даже не в технических характеристиках. Про них говорить, наверное, не стоит. Вопрос в том, что это просто другая эстетика. Другой дизайн, восприятие и прочее. Из всех нареканий к этому аппарату мне не хватало широкоугольного объектива. Хотелось бы его получить. В остальном время работы минимум сутки, 5-6 часов работы экрана, в среднем 2 дня при умеренном использовании. Аппарат очень и очень приятный. Вот знаете, вот прямо его приятно брать в руки, с ним приятно работать. За эти деньги получить лучшую камеру невозможно. То есть, когда мне начинают говорить о том, что вот, хотелось бы. Да, хотелось бы, безусловно. Но аппаратов с лучшей камерой в этом ценовом сегменте просто нет. Я думаю, что через полгода-год цена сильно снизится. Этот аппарат станет таким же интересным по соотношению. Он уже интересен по соотношению цена-качество, если брать все новые аппараты. Но если вот сравнивать со старыми Infinix'ами, как уже сказал, они просто не имеют равных. И в этом аспекте, конечно, классный экран, классный дизайн. Но если вам нравится закругление экрана, полный фарш с точки зрения набора поставки и чехольчик, и защитное стекло на экран. Ну, то есть, все, что нужно, есть в комплекте. Ну и зарядка 70 Вт. На этом, пожалуй, все. Удачи и хорошего настроения. Пока.